Приветствую всех зрителей, привет, братцы-кролики, тунеядцы и трудоголики. С вами Playboy Атомный, игрушка Дикий-Дикий-Дикий Век. И зима настала. Вот она, зима пришла. Раз, два, три. Скажем вместе. Тара-та-та. Вот и все. Ультрамарин, там что-то такое было в песне, не помню уже. Давно это было. Еще до революции. 134, а снятие сколько? Снятие 45. Нет, пока меньше сотни останется монет, если я сниму. Хотя, с другой стороны. Вот эти можно на самом деле уничтожить сейчас, да, и попробовать как раз бэкспейс. Пока нельзя убрать. Что вы набили? На зиму, конечно, наверное, ничего не заработали, да? Ребятки. Да, все стало сложнее. Животные будут появляться. Они появляются, но очень редко зимой. И мне осталось 15 дней здесь ждать. Весь доход сейчас, который есть, это вот то, что осталось. Лесорубы, то, что нарубили. И то, что принес мне торговец. Этого, конечно, очень мало. Прям невероятно. Go! Ну, то, что нарубят лесорубы. Я не знаю, стоит ли мне людей больше набирать в лагере бомжей. Потому что у меня сейчас 32 человека не заняты. Мне просто не хватает им оружия выдать. Смотрим, как держатся стенки. На самом деле, скоро уже будет кровавая луна, поэтому нужно усилить количество людей. С тем количеством монет, которое дает торговец, надо узнать, за сколько дней окупится его улучшение. Ну, половина здоровья получается, да, при таком количестве людей. По 18 на сторону. Так, доброе утро. Отлично. Сколько он дает монеток? 8-7 монеток. То есть до 24 это будет окупаться, ну, 4 дня. Нормально. То есть он фактически окупился. Давай вот это разрушается. Да-да-да-да. Можно разрушить. Итак. Есть. Разрушено, только денег не принесло это мне. К сожалению. Я думал, что это принесет деньги. Но оно не приносит. Лесорубы работают здесь. Вот. Будут собирать деньги. А здесь, кстати, вот еще один плюс, который я не упомянул, да, вспоминается по ходу. Лагери, если здесь вырубить лес, лагери с беженцами, с бомжами, они не уничтожаются. Они остаются. Это очень важно. О, вот и пошли деньги. Давай, собери. Что я сделаю сейчас? Я сейчас сделаю такую штуку. Вот у нас 142-48 монет. И десятку я положу на счет, чтобы снова было сотня. Отлично. Это как бы разовая такая помощь. Да, поехали 10 сюда. Есть. Все. 104 монеты, 8 прибавляется. Максимум. Отлично.
Значит, здесь пока все рубят, забираю бомжей. Ночью мы уходим домой. Бомжи с нами. Вперед. 40 монет. Это хватит на 20 лучников. Сейчас я и буду делать этих лучников. Но на самом деле не 20, а поменьше, потому что нужно будет сейчас еще лес рубить. Поехали. Как раз вовремя, блин. Первый, второй лучник. Третий лучник. Четвертый. Пятый. Шестой. Ну, десяток точно будет. Седьмой плюс 10 к началу, когда нападут. Восьмой. Девятый. Ну, нормально. Десяток уже есть. Одиннадцатый. Двенадцатый. Тринадцатый. Четырнадцатый. Пятнадцатый. Шестнадцатый. Нормально, да? 16 лучников. Ну давай, договорились уже. 17. 18. 18. Нормально. Пока хватит. Да, здоровья еле-еле, стена может и не хватить здоровья. 4 утра. Так, убили хоть... Да, двух лучников сняли, но победа оказалась, поэтому нужно сейчас будет восстановиться. Не хватило лучников в кровавую луну-то. Конечно, потери вообще минимальные, они вообще незаметные, но тем не менее, это больно. Это плохо. Восстанавливаю стену. А с другой стороны нормально, стена выстояла. То есть только с одной сломалась. Раз, два, три. Раз, два, три. Поехали здесь рубить. Лесорубы. Все, зарабатываем. Зарабатываем деньги. Подожди, а почему эти бомжи стоят до сих пор? Кто забирает деньги? Кто забирает деньги? Верните их сюда. Я для чего их бросаю? Для того, чтобы кто-то подобрал? Тузик, что ты делаешь? Тузик, не делай этого. Не надо. Так, сейчас у меня с войсками все полный порядок. 52 на 28. Я думаю, может, к 30 дню сотню накоплю, не знаю. Сейчас главное деньги. Будем рубать и ночью, потому что прошла кровавая луна. А это значит, правильно, что ночью никого не будет здесь. Поэтому можно будет заработать. Смотрим, как по деньгам выйдет. Ну, не очень-то пока. Пока получается где-то один в один. Здесь тоже надо будет вышку поставить. Ёлочки рубятся за любовь. За любовь. Ну, видите, то есть рубка леса это такой ненадежный способ заработка. Знаете, удача 50 на 50. Повезет так повезет, не повезет так не повезет. Наверное, в эту ночь мы будем рубить даже далеко. Сейчас я попробую побежать. Далеко. И рубить вот здесь вот. А, здесь нельзя рубить. То есть только постепенно продвигаясь вглубь. Да, и тут, возможно, даже стену можно будет делать. Но стоит ли ее здесь делать?
Так, соберем все деньги, которые есть. Отлично. 7 монеток. Я пока не знаю, что из этого получается. По деньгам. Не вижу я особого дохода. По-моему, я просто отбиваю сейчас свои деньги. Сейчас ночи, и мы рубим лес. А щепки летят. Здесь антилопы. Кстати, если улучшить здесь стену, то тогда мои охотники придут сюда и смогут вырубить хорошо. Да, я рискую. Я решил рискнуть. Инженер пускай идет. Работает. Лесорубы здесь. Рубите все, что увидите. Ну а мы погнали назад. Да, новый день. Давайте, охотники. Сейчас там набьют антилоп. Просто почему я решил перенести таки? Чисто из антилоп. Чисто из-за них. Торговец, иди. Ты сейчас единственный крупный доход. Ну, в смысле, надежный источник дохода. Не какой-то там паленый, а вот нормальный доход. Бомжей я сегодня не беру. Ну как, я их, наверное, возьму чуть попозже. Потому что сейчас важнее стенка. Намного важнее. Давай. Инженер, ты идешь делать стенку? И успеешь ли ты сделать ее? Делаем. Рубим здесь деревья. Я никуда не... Нет, не надо бегать. Ходи себе. Ходи спокойно. Самое главное сделать каменную до ночи. Если я сделаю до ночи каменную стенку, то я думаю, я переживу эту ночь. Да, я думаю, каменную мы сделаем. С тем количеством денег, которое есть. Есть камень. И давай каменную. Отлично. Можно будет даже максимально каменную сделать. Я думаю, успеет. Деньги собираем. Антилоп здесь вырубили. Убили. И это хорошо. Хорошо, что они здесь скопились. Давай. Не-не-не-не, бегать не надо сейчас. Ходим, ходим. С тигром. Наверное, не успеем. Стенка готова. Есть. Давай, инженер, не уходи здесь. Все, тут все вырубили, что можно. Значит, это будет уже на следующий день. Здорово. Так, пойду заберу бомжей. Раз. Бомжи. Вы идете к нам или как вы собрались действовать? Раз, два. Еще два бомжа. И как раз на то количество бомжей, которое забрал, хватает сделать луки. Раз. Два. Три. Четыре. Нормально. Нормально. Так, смотрю, что здесь у нас со стенкой.
Ну, 56 лучников по 30 на каждую сторону, это будет нормально. Давайте утро. Еще на пару лучников хватит. Знаешь, а давай делай пару лучников. Че бы нет. Утро. Давай. Кроме, знаете, на всякий случай. А то мало ли, вдруг оно зависнет там еще, и чтобы не было слишком обидно. Что у нас в банке? 128, мало пока. Когда 145, тогда снимать надо. Давай, по одному бомжу возьму. Отлично. Рубим лес. Три монетки здесь. Может, стоит уже с другой стороны рубить лес, я вот думаю. Вполне стоит об этом задуматься. Что здесь уже... Хотя здесь дорублю до конца и пойду на другую сторону заниматься. С этой стороны вторая стенка есть, это, конечно, большой плюс. Сейчас, блин, музыка как в героизме вообще. Классно. У меня на канале много обучающих игр, связанных с программированием, иностранными языками, там изучение, например, скоро буду азбуки Морзе проходить, по криминалистике, химии, физике. Все в игровой форме, весьма клево. Так. На самом деле нужен второй инженер. Вот что я понял. Уже вечереет. Срубы идут. Так, вот эти деревья дорубливаете. И, наверное, еще по дереву срубят. И все, и возвращаться домой. У меня здесь было три монетки. Смотрим. Ну, принесли три монетки и отбилось, да? Давайте еще по... Не-не-не-не, куда вы пошли? Вот еще по деревцу. Каждому. Все, и возвращайтесь. Отлично. Давай, вот иди и бей еще одно деревцо. А этот уже ухватит ему. Три монетки. Ну, отбилось. Возвращаемся, да? Потому что атака будет к 2 часам ночи. Здорово. 4. Ну, одну монетку заработал на лесорубке. Мало, конечно, но все-таки что-то. По 30 лучников с каждой стороны. Так, у меня еще в запасе фактически 28 человек. Блин, это все бы превратить в лучника, вообще было бы, цены бы не было. Не, давай медленно идем, спокойно себе. Но количество бомжей, которые я вербую в день, гораздо больше, чем количество... Enemy spotted! Attack! Enemy down! Лучников, которые я произвожу. Где? Так, смотрим, что у нас здесь. По стенке. Ну, видим, варваров много. Они, кстати, некрасивые, в отличие от королевства. Красная стенка. Это плохо. Не понял, что пронесут? С таким количеством людей? Да ладно, блин, как это может быть? По 30-ке на стену, и они выносят. Go. Да, это, конечно, неприятная ситуация. Торговец пришел или не пришел?
А что здесь? Ну, здесь выдержали. А что с той стороны они не выдержали? 5 лучников я потерял. 5 лучников. Да. Потеря, если честно сказать, значительная. Нет, бомжей я уже не беру. Мне и в достатке. Мне сейчас лучников нужно больше взять. Восстановить эту стену. Почему она не выдержала ночью, я не понял. Давай дорубиваем эти деревья. Пока они сюда придут. Не успею сходить к торговцу. Все, ровное число. То у меня 60. 90 бомжа, 90 людей. Сейчас всех их надо в лучниках сделать. Сотня, ну должна быть. Должна быть сотня. Торговец пришел к 12 часам. Надеюсь, он успеет еще прийти сегодня. К утру. Все. Пошел домой. 6 монет. Что у меня в банке? На самом деле, сейчас бы не помешали бы деньги. 136. Это я сниму 46 и десяток положу. Ну, давай так. Сделаем. Кровавой луны не было. Поэтому все. Лесорубы то, что там дорубили, на том и достаточно, да? Есть. Смотрим. 100. Отлично. 41 монета. Это позволит мне нанять еще нормально лучников. Поехали. С 2. 3. 4. 5. Найму как минимум 15. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 15 лучников. Отлично. Так. Посмотрим, что там у нас будет. Лесорубчик. Сработал монетку. Давай бомжа забираем. А этот лесоруб что, ничего не принес? Что-то лесорубы сегодня вообще в убыток сработали. Нормально. Что-то в прошлой ночью прямо слишком много было противников. Поэтому я в первую очередь буду качать вот эту башню. 70 лучников уже. По 35 на сторону. Так, лесорубов отправим сейчас работать. Пусть они идут. Как раз утром придут. Начнут рубить, все будет здорово. Здесь уже нужно доделывать. И нужен еще один инженер, по-любому. Потому что большие расстояния. Ну, здесь осталось буквально 3, 4, 5, 6, 7 деревьев. Лесорубы вперед работать. Торговец где? Где торговец? Вот он идет. Отдохнем. С этой стороны ничего не наохотили. Ну, на самом деле, зимой охота вообще никакая, поэтому.
нормально. И зима здесь вечная, то есть здесь нету перехода потом снова к лету. Если здесь наступила зима, то все, это уже до конца. Как говорится, держитесь, как сможете, так и держитесь. Сейчас я сделаю еще одного инженера, и он пойдет чинить. Это очень важно. Он пойдет чинить ближайшую стенку. Потому что тот инженер не успевает уже ходить на такие большие расстояния. Еще одного бомжа заберу. И тут одного бомжа. Отлично. Так, где мои... лесорубы, лесорубы, не уходите. Вот. Еще есть где рубить. Говорю же, есть еще где рубить. Не спешите. Я бы хотел бы на самом деле сегодня уже закончить с лесорубами эту сторону. Но я думаю, не успею. Давай сюда руби. Буквально осталось 4-5 деревьев. Все. Давайте, ребятки, чуть-чуть осталось. И возвращаемся. Ой, кровавая луна. Дорубливай. Дорубливай и иди домой. Это дерево, кстати, нельзя, по-моему, срубить, насколько я помню. Кровавая луна, это очень плохо. Отлично. Все. Бомжи пошли. А, по-моему, одного лесоруба я потерял. К сожалению. Attack! Да. Enemy нужно down! Будет сейчас нового лесоруба делать. Смотрим, что у нас на кровавую луну со стенкой. Это все очень больно. Лесоруб проходит через этих самых и погибает. Я потерял обоих лесорубов, но зато закончил эту стенку. Они окупились, конечно, но жалко. Не надо было жадничать. Все. Забираю этих бомжей. Если бы я не жадничал, все было бы лучше. Торговец уже дома. Отлично. Эту ночь можно будет работать. Вот не поспешил бы, блин, не было бы этих лишних потерь денежных. Это, конечно, минус. Это потеря 6 монет. Это просто колоссальная потеря. Я даже не знаю, что мне теперь делать. Что мне делать без 6 монет? Расскажите, пожалуйста. Ребята. Так. Рубим. Деревья. Давай. Массовая вырубка. Здесь еще, по-моему, можно, да? Ага. Так, идем сюда. Здесь построить ничего нельзя. Зато здесь можно вырубивать деревья. И если что, перенести... Ну, здесь два зайца. Это 2-4 монетки. Стоит ли ради 4 монеток тратить гораздо больше, чтобы перенести стенку? Я считаю, нет. Давайте пойдем с конца тогда. Рубить вот здесь. Ну что, последние 9 дней. Значит, еще одна серия будет. Я думал, это, конечно, последняя. Но оказалось, нет. А оказалось, еще одна серия. Так вот.
Пойдем назад пока. Может успеем... Может торговец успеет дойти. Давай подойдем к торговцу. Торговец, ты где? Ага, вот ты идешь. Нет, он не успеет. Сторгануться. Это уже утром нужно к нему идти. Не, иди, иди. Чё ты бежишь? Иди себе спокойно. Почему-то этот лесоруб возвращается, как будто заданий у них нету. Чё, все деревья уже вырубили? Нечего больше рубить? Серьезно? А вот это кто рубить будет? Сейчас у нас спокойный день, поэтому... Успеть бы к следующей ночи. Кровавой. Еще нарубить этих самых. Наделать. Солдат, чтобы банк принес достаточно денег. Ну тут уже все. С краю вырубили все. Тут удобней. Ну что сказать, ребята. До следующего эпизода. Только революция, только победа. Начнем уже с 23-го дня. Пишите комментарии и помните, что указывайте временные коды, чтобы я знал, к какому части видео относится ваш комментарий. И понимал, и не возникало, что, как, а почему, и не знать, что отвечать. Вот, а так я буду знать. Только наша революция, только победа. И до следующего финального эпизода.